Доброе утро, уважаемые трейдеры. Приветствую вас на торговой сессии в понедельник, 4 декабря. Меня зовут Наконечный Александр, и сегодняшнюю торговую сессию с вами проведу я. Наш ведущий аналитик, эксперт Артем Деев, вернется уже с завтрашнего дня, поэтому давайте рассмотрим, что у нас есть на сегодня. В первую очередь хотелось бы, конечно, отметить котировки золота. Золото на текущий момент времени котируется на отметке $2083, но мы видим, что на открытии рынка было обновление исторического максимума. Золото достигало отметки $2144, и, судя по всему, вот этот восходящий тренд по золоту, он будет дальше продолжаться. Причина этого, в первую очередь, ожидание рынка, что ФРС далее не будет повышать процентную ставку. Это первый момент. Второй момент – это события, связанные на Ближнем Востоке. Да, на текущий момент времени мы знаем, что в выходные дни ситуация начала обостряться. Вот, поэтому рынок золота здесь является как защитным активом, поэтому золото мы ожидаем и дальше в восходящем тренде. Из других интересных инструментов мы видим, что биткоин также начал обновлять свои локальные максимумы, мы еще не говорим про исторические, но так или иначе золото уже находится в весьма неплохом восходящем тренде, цена 41500, на текущий момент времени мы ждем дальнейшего роста. Из событий, которые также следуют в пятницу, было выступление Джерома Пауэлла, председателя ФРС, на котором Джером Пауэлл заявлял о том, что если вкратце подвести, так скажем, итоги его выступления, можно сказать о том, что ФРС и далее будут повышать процентную ставку, если это будет необходимо. Соответственно, как мы видим, на открытии рынка в понедельник рынок этому не особо поверил. Если посмотрим на текущие котировки главных инструментов, индекс доллара на текущий момент времени котируется на отметке 103.20. Наше ожидание, что индекс доллара будет дальше снижаться. Это, соответственно, в рамках ближайшей торговой сессии не исключаем, что цена может преодолеть отметку 103 и уйти ниже к цели 102. Если посмотреть на главные валютные риски, евро-доллар на текущий момент времени котируется на отметке 1.0875. Мы ожидаем, что цена будет дальше расти, цель 1.10. Фунт-доллар на текущий момент времени цена 1.2680. Также ожидаем дальнейшего роста. Из ключевых событий также текущей недели следует отметить, что на этой неделе во вторник будет решение Резервного банка Австралии о повышении процентной ставки. В среду будет решение о процентной ставке Банка Канады. Ну и в пятницу у нас с вами ожидает также день очень высокой волатильности. Это Non-Farm Payers. Уважаемые трейдеры, вам желаю успешной торговли. Торгуйте, зарабатывайте вместе с Markets. И всего наилучшего.